Начинаем. Итак, как я уже сказала, сегодня мы с вами поговорим об оформлении чертежей и настройке параметров печати в программном продукте NanoCAD. Что ж, перед вами представлена программа вебинара, соответственно, мы сегодня с вами посвятим время именно оформлению чертежа, то есть мы посмотрим, какие функции присутствуют в платформе NanoCAD для того, чтобы оформить наш чертеж. Также мы посмотрим на элементы ГОСТ, которые предлагаются в NanoCAD. Кроме того, посмотрим на диспетчер параметров листов, естественно, видовые экраны. Большинство из этих функций вы наверняка хорошо знаете, они вам знакомы. Но, тем не менее, мы с вами посмотрим, как это выглядит именно в NanoCAD. Возможно, кто-то из вас знаком с этим функционалом уже в NanoCAD. Тем не менее, возможно, в данном вебинаре вы что-то новое для себя выявите. Прежде всего, хочу повториться, что меня зовут Котерова Нелли. Я представляю компанию ООО PSS Gritech. Данная компания специализируется на внедрении экспертной поддержки технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве. Компания уже более 20 лет занимает определенную позицию в сфере инвестиционно-строительных, девелоперских и, соответственно, проектных сферах. Занимается организация поставками программного обеспечения, консалтингом, обучением, а также внедрением среды общих данных и, кроме того, предоставляет возможность обучения, онлайн-обучения на платформе Kilo Newton, которая вам может быть интересна. Теперь же перейдем к нашей теме. Прежде всего, когда мы говорим о программном продукте NanoCAD или же это может быть любой другой SAPR, чаще всего все знакомы с программным продуктом AutoCAD, речь заходит об оформлении чертежа, и, соответственно, здесь идет разговор об объектах оформления. К таковым, как правило, относятся тексты, размеры, таблицы, выноски, штриховки и так далее. То есть все то, что помогает нам привести наш чертеж в соответствующий вид, чтобы мы в дальнейшем могли его передать в работу, в экспертизу, заказчику, то есть в зависимости от того, для кого конкретно мы подготавливаем данные чертежи. Помимо того, что как бы есть стандартный набор объектов оформления, который помогает нам в работе и в NanoCAD, дается возможность использовать такой инструмент, точнее, такое окно, такую панель, которая называется инструмент. В сущности, это аналог панели из автокада, которую мы всегда могли настроить под себя, в которую мы могли добавить какие-либо созданные блоки, команды, штриховки, возможно, какие-то созданные таблицы. Соответственно, окно «Инструменты» в NanoCAD предоставляет уже подготовленные элементы для работы. Соответственно, вы можете, конечно, его настроить под себя, то есть донастроить данную панель, но тем не менее есть уже определенная база, которая вам предоставляется по умолчанию при установке AutoCAD, NanoCAD. И, соответственно, здесь вы уже сразу можете начать работать с ведомостями, спецификациями, работать с форматами. У вас уже подготовленные штампы, которые вы можете использовать в работе и не тратить дополнительное время на создание блоков для оформления вашего чертежа. Далее стоит обратить внимание, что когда мы с вами работаем в NanoCAD, прежде всего мы работаем в пространстве модели. Это пространство, которое подразумевает под собой использование
примитивов для построения чертежа. Также есть возможность оформления, то есть мы с вами изначально выстраиваем оси, затем стены, выставляем колонны. Соответственно, после того, как выстроен наш чертеж, мы занимаемся его оформлением, то есть что-то, какую-то техническую информацию вносим и заносим, создаем разрезы, соответственно, выставляем размеры и так далее. Но, как мы знаем, чаще всего процесс оформления непосредственно самого чертежа осуществляется в пространстве листа, где мы можем настроить наши масштабы, видовые экраны построить таким образом, чтобы у нас все было корректно, заполнить штампы, выстроить какие-либо узлы. Соответственно, на самом листе мы точно так же можем применять объекты оформления. То есть, когда мы осуществляем работу с чертежом в модели, мы можем занести, допустим, размеры. И таким же образом мы можем не заносить их, мы можем занести их непосредственно на самом листе. То есть пространство листа позволяет нам точно так же работать с элементами оформления. Допустим, сюда же в пространство листа мы можем заносить наши ведомости, какую-то техническую информацию, которая может нам потребоваться для оформления и так далее. Часто так бывает, что листы используются сразу же непосредственно на накат для оформления пояснительной записки. Соответственно, то есть ограничиваться только тем, что на листе можно оформлять только чертежи, не стоит. Здесь можно как бы осуществлять работу согласно тому, что для вас необходимо. Далее. Что касается редактирования видовых экранов и листа. Здесь точно такая же ситуация. Когда мы работаем с листом, когда мы работаем с видовыми экранами, у нас есть определенный функционал, который мы можем использовать в работе. То есть для оформления на листе, прежде всего, мы создаем лист под наши параметры, которые нам необходимы, то есть под формат А1, А2, А3 и так далее. Мы можем осуществлять копирование уже созданного листа, то есть когда вы потратили какое-то время на оформление этого листа, а затем вы можете просто копировать его со всеми настройками, которые вы там осуществили. Та же ситуация с видовым экраном, то есть когда мы заходим на лист, он для нас пустой, то есть там ничего нет, и мы создаем видовые экраны, которые помогают нам в свою очередь оформлять чертеж согласно нашим требованиям, то есть мы можем таким образом транслировать наш чертеж из модели пространства в модель листа. То есть как бы, это уже знакомая для нас информация. И, соответственно, накат также имеет определенный спектр функционала, который применяется к видовым экранам. Чуть позже мы посмотрим это более детально на самом накате. Также после того, как происходит оформление, нам необходимо настроить наш лист для печати. Данный набор диспетчера параметров листов представляет из себя такое не совсем знакомое для нас окно, но тем не менее с уже знакомыми для нас с вами функциями, а именно настройка принтера, настройка размера и ориентации самого листа, настройка области печати, конечно же, мы настраиваем масштаб и так далее. Чем хорош, допустим, данный функционал, именно данное окно, мы можем с вами как бы посмотреть предварительный просмотр при необходимости. Запускается данное окно команды печати Export TV, и также есть англоязычный аналог, который позволяет вам открыть соответствующее диалоговое окно. Однако стоит обратить внимание, что диспетчер параметров листов, то есть именно
окно настройки параметра листа немного отличается от окна печати в платформе NanoCAD. Печать распределяется, как вы, я думаю, уже догадываетесь, на печать одного листа, который открывает для нас окно печати, и отличается от предыдущего окна тем, что имеется кнопочка «Печать». И, соответственно, на пакетную печать, где мы можем настроить листы, которые будут выходить единовременно на настроенные плоттеры с, естественно, уже настроенными параметрами листа. Вот. И теперь мы с вами перейдем к просмотру непосредственно всего вышеперечисленного на самом NanoCAD. Собственно, как я и говорила, процесс оформления осуществляется из ленты вкладки «Оформление». Здесь представлены тексты, размеры, выноски, таблицы, на которых мы, я так полагаю, останавливаться сильно не будем, так как, скорее всего, данный функционал вам уже хорошо известен. Чаще всего, открывая применяя тот или иной функционал, вы увидите уже знакомые для вас настройки, которые могут вами использоваться без, так сказать, предварительного обучения, подготовки, возможно, так как все мы в той или иной степени использовали другие программные продукты SAPR, которые, как правило, имеют схожую структуру. Что касается дальнейшего оформления, то есть здесь мы работаем, как я уже сказала, с элементами оформления, но когда дело доходит, допустим, до инструментов, я имею в виду панель инструменты, как я уже говорила ранее, данная панель предоставляет вам список каких-либо параметров из блоков, точнее, здесь мы можем выбрать форматы с уже созданными для нас штампами для оформления листа. Так, допустим, если мы перейдем, скажем, на пустой лист, мы можем использовать уже готовые форматки. Допустим, на текущий момент у меня лист формата А2, соответственно, горизонтальный. Я использую формат SPDS горизонтального вида. Что приятно, в данном случае мы можем сразу же вставить наш формат, привязывая его к листу. Как видите, у меня работает привязка к листику, и его можно вставить и сориентировать сразу же, используя левую кнопку мыши, привязать нашу рамочку к листику. То есть нет необходимости вручную настраивать координаты 0,0, просто осуществляется сразу же привязка. Далее, при также оформлении, как видите, в листе существует вот такая вот пунктирная линия, которая, как правило, осуществляет ограничение печати. Мы с вами в связи с этим как раз-таки правой кнопкой мыши, значит, нажимаем на наш лист и открываем диспетчер параметров листов. Здесь мы можем осуществлять корректировку нашего листа, перейдя в редактирование. Открывается окно, которое я ранее вам показывала, и здесь осуществляется настройка как раз-таки печати. То есть мы выстраиваем принтер, то есть это может быть, допустим, там, печать в формате PDF. Соответственно, как видите, у меня сразу же появляется рамочка, которая показывает, где конкретно будут эти пунктирные линии отображаться. Здесь представлена размер и ориентация бумаги, то есть это будет ISO A2 и в альбомном виде. Также сразу же по умолчанию, так как я нахожусь в листе, у меня область печати является лист. Если вы будете находиться, допустим, в пространстве модели, потому что точно так же можно осуществлять процесс печати именно из пространства модели. Здесь представлены экраны, границы, рамка, то есть вы можете также использовать данный функционал. Масштабы. Точно так же у вас по умолчанию идет масштаб 1:1, но вы можете его настраивать по своим приоритетам. И, конечно же, таблицы стилей печати, которые, как правило, мы выстраиваем монохром, но можно выстроить и из того списка, который у вас имеется.
Также вы можете настроить качество печати. По умолчанию я оставлю нормальным. Далее применяем это все к листу и нажимаем ОК. Далее я закрываю. Как видите, у меня немножечко видоизменился листик, то есть придется немножечко поправить положение нашей рамочки. Мы его привяжем к листу, чтобы он у нас не съехал. Вот, и таким образом наш листик настраивается. Далее, когда мы работаем с листом, помним, да, что у нас есть вкладка «Лист», где у нас есть возможность создать новый лист, создать лист по шаблону. Кстати, очень тоже, опять-таки, удобная ситуация. Почему? Потому что у вас по умолчанию имеются шаблоны DVT в NanoCAD. Это преднастроенные шаблоны, которые идут вместе с установкой нашего программного продукта NanoCAD. И здесь у вас имеются шаблоны для того, чтобы вы создали лист по шаблону. То есть, если я, допустим, создаю новый лист, я нажимаю, допустим, дефолтный файл DVT. Здесь также предоставляется сразу же вам формат, то есть в каком формате данный лист будет у вас создан. Я выбираю A1, и, как видите, создается листик новый формата A1, который мы в дальнейшем можем настроить. Прошу прощения, техническая неполадочка. Возвращаемся, запускаем программный продукт. Таким образом, как я уже сказала, мы осуществляем настройку NanoCAD и, точнее, настройку листа NanoCAD, настраивая все необходимые параметры, которые, скорее всего, для вас по большей части уже хорошо знакомы. Так. Запускается наш программный продукт. Что касается настройки. На текущий момент, если посмотрим, если вы работаете с листом, либо видовым экраном, у вас есть несколько вариантов. Помимо создания нового листа, листа по шаблону, вы можете осуществлять процесс перемещения листа в нижней панели. То есть, как вы знаете, когда мы работаем с листами, они у нас ниже установлены в таком вот, как бы, в нижней панели по порядку. Вы можете производить процесс перемещения данных листиков, то есть, находясь на текущем листе, вы можете переместить его влево или вправо. Также вы можете сохранить лист, копировать его, как я уже сказала, с уже преднастроенными параметрами. Кроме того, вы можете копировать лист без видового экрана. То есть, когда мы копируем лист, мы копируем его вместе с видовым экраном и всем тем, что было заведено на этот видовой экран. Если же мы копируем его без видового экрана, соответственно, он у вас будет пустой. Там будет только формат и то, что вы завели непосредственно на данный лист. То есть, если вы, допустим, осуществляли оформление размеров на листе, то вы его будете копировать вместе с размерами, но без видового экрана. Также имеете переименование и удаление, ну, что логично. Далее, что касается работы с видовыми экранами. С видовыми экранами мы работаем следующим образом. Слетел немножко мой листик, но ничего страшного. Мы с вами поработаем на уже имеющемся листе. Как видите, здесь представлено несколько видовых экранов на данном листике. Собственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, здесь создавалось несколько видовых экранов. Видовой экран может быть прямоугольным, многоугольным и, соответственно, по объекту. Что значит по объекту? По объекту вы выстраиваете какой-либо объект из примитивов. То есть это может быть круг, это может быть эллипс, это может быть любой замкнутый контур. Я думаю, в принципе, это понятно. И, соответственно, применяете видовые экраны к данному объекту. И он у вас будет, вот, допустим, у меня такой кривой эллипс выстроен был, и я из него создала видовой экран. Таким образом, если, допустим, сейчас мы выстроим, допустим, там, многоугольник какой-нибудь.
Да, шестиугольник, да. Вписанная окружность. Вот у нас многоугольник такой будет, и мы к нему, соответственно, применим. Да, мы применяем как бумагу. И обратите внимание, при выделении видового экрана на данный момент. Так. Немножечко он у нас притормозил, но ничего страшного. Сейчас все исправим. Так, применение видового экрана к объекту. Да. Так. Что-то у меня, извините, немножко задумался. Так, сделаем таким образом. Смотрите, при выделении того или иного видового экрана у вас есть возможность работать с ним. Так. То есть мы можем его удалить, мы можем использовать ручки для растягивания. Кроме того, что еще нам доступно? Мы можем включить-отключить видовой экран. Что это значит? То есть у вас будет отображаться только контур видового экрана, но не будет отображаться, что конкретно отображено в данном видовом экране. Либо же мы можем вернуть все на круги своя, и ваше отображение будет применяться точно так же. Кроме того, мы можем блокировать, разблокировать видовой экран. Я думаю, тут как бы все понятно. Когда мы блокируем видовой экран, мы не можем осуществлять, допустим, колесиком приближение, удаление, то есть не изменяем масштабы. И, соответственно, при разблокировке у нас есть возможность применения масштабирования. Когда мы выделяем видовой экран, у нас есть два масштаба. В нижней строке состояния у нас есть масштаб специально для видового экрана. Обратите внимание, то есть это именно видовой экран вы настраиваете. Допустим, данный видовой экран, который у меня выделен, находится в масштабе 1.50. Если я выделю другой видовой экран, то здесь у меня, допустим, не указан масштаб, но я могу его настроить. Вот 1:100, видите, у меня сразу же выровнялся мой чертеж. Еще один момент. Обратите внимание, что у меня видовые экраны черного цвета. О чем это говорит? Это говорит о том, что они у меня будут печататься. Почему? Потому что выстроены были они в слои определенном, стены, к сожалению. А что касается видового экрана, выделенного зеленым цветом, то здесь он настроен на слой DevPoint. Я думаю, вы уже догадываетесь, что DevPoint – это непечатаемый слой, который мы используем специально для замкнутого контура нашего видового экрана. Далее, опять-таки, как я уже сказала, у нас есть возможность выстраивать на нашем чертеже, помимо того, что мы выстраиваем, допустим, настраиваем видовой экран, чтобы он не печатался, мы ставим ему конкретный слой. Вот, также здесь в видовом экране, точнее в листе, без видовых экранов, в листе есть, как я уже сказала, возможность выстраивать элементы оформления. А именно размеры, мулевые носки, можно выстраивать таблицы, то есть если я, допустим, зайду в настройки и вновь активирую панель инструменты, и в инструментах, так, задумывается наш инструмент, ну ничего, в инструментах, допустим, найдется какой-то блок, который мне необходим для оформления моего чертежа, а именно это может быть, допустим,
допустим, вот ведомость, допустим, переменчик, да, вот я могу вставить ведомость перемычек, если она у меня тут, допустим, встанет куда-нибудь. Ну, она достаточно большая. Вот, поэтому как бы вы можете осуществлять оформление ваших таблиц непосредственно в самом листе. Есть еще один момент, когда вы выделяете. Тот или иной элемент, так, сейчас мы попробуем выделить, вот таким вот образом. Вы можете также настраивать его на перевод из пространства листа в пространство модели. Для этого в панели видового экрана есть вот такая вот кнопочка «Смена пространства». Вот. И здесь мы можем выделить программу, выделить элемент. Мы ему меняем пространство, и он у нас переходит в модель. И вот у нас он в модель перешел. Вот. Таким образом вы можете менять нахождение ваших элементов из пространства модели в пространство листа в пространство модели. Далее, что еще примечательно? Как я уже сказала, мы, когда используем форматки, используем уже с настроенными штампами, мы, по сути, работаем с блоком. Ну, не по сути, а да, мы работаем с блоком. А как вы знаете, когда мы работаем с блоком, мы можем применять любые варианты его настройки. То есть, когда, я не знаю, возможно, кто-то из вас уже работал таким образом, когда мы создаем штамп, что самое противное в штампе? Его заполнение. То есть, каждый раз заполнять, особенно если у вас там 20, 30, 40 листов, а то и до сотни доходит, каждый раз заполнять штамп – это очень трудозатратно, время затратно. И, соответственно, здесь точно также присутствует возможность, как и в других программах Sapper аналоговых, применения атрибутов и в атрибутах, соответственно, работа с полями. То есть в данном случае, если, допустим, мы применим просто форматку, вот как я, допустим, вставляла, здесь она пустая, но ничего нам не мешает перейти в редактирование, то есть на основе, допустим, вот этой форматки я выделяю наш блок, перехожу из контекстного меню, активированного правой кнопкой мыши, в редактор блоков. Здесь мне сразу спрашивает система, то есть какой конкретно блок мы будем редактировать. Я подтверждаю, что именно вот эту форматку, формат пользовательский. И здесь вы можете увидеть, что существуют уже как бы настройки нашего штампа, где указан шифр, наименование, то есть по умолчанию стоит уже наименование нашей организации, а здесь, в свою очередь, введены атрибуты, которые поддерживаются полями. Вот. Каким образом, собственно, мы можем создать атрибут? В редактировании блока, создание атрибута, мы создаем атрибут, а в поле по умолчанию у нас есть возможность указать то или иное поле, которое заполняется. Вот, допустим, из раздела «Документ» автор уже, как видите, заполнен. Что это значит? Откуда мы его взяли, этого автора? Я думаю, в принципе, вы уже догадываетесь, откуда. У нас во вкладке «Нанокад» в утилитах есть такая утилита, как свойство чертежа. Здесь в документе есть автор Петров И.В. Именно данный Петров И.В. у нас будет отображаться в том поле, которое мы забьем в наш штампик. Я закрываю редактор, не буду вносить никаких изменений. Вот мы можем увидеть, что
Петров и В у нас находятся здесь. Если какие-то изменения, допустим, произошли, то есть мы переходим вновь там, в утилиту, предположим, свойства чертежа, у нас есть, скажем, проверил. Там, проверил у нас как пользовательский, как видите, элемент. Мы там заменили проверяющего на какого-нибудь... Товарищ Дуров будет. Нажимаем ОК. Begin. И, как видите, у нас все необходимые как бы, поправки произошли. И таким образом, если у вас во всех 20 листах происходят изменения, а точнее не должны произойти изменения, они происходят таким вот легким нажатием руки, клавиши, и, соответственно, вам не приходится менять это все на всех чертежах. Теперь перейдем к самому основному. После того, как вы настроили ваш чертеж, вы произвели процесс оформления, нам необходимо произвести процесс печати. Вот тут несколько моментов. Первое. У нас есть накат такой... Такое окно, как менеджер листов. Что это такое? Менеджер листов в текущем непосредственно чертеже показывает вам настройку принтера, бумаги, наименования листа, который у вас в данном открытом чертеже. Как видите, у меня специально открыто как бы несколько чертежей, чтобы в дальнейшем еще посмотреть на дополнительный функционал. Но менеджер листов показывает вам именно текущий чертеж, точнее настройки листов в текущем чертеже, который вот у вас открыт на текущий момент. То есть, если я, допустим, перейду в другой чертеж и, соответственно, здесь открою точно так же менеджер листов, тут у меня один лист, и он один лист отображается. Но что хорошо, если у вас, допустим, 20 листов, вы можете по всем 20 листам определить и понять, то есть настроен ли у вас принтер на данный лист, настроена ли у вас бумага, формат листа и так далее. Вам не нужно заходить отдельно на каждый лист и смотреть его параметры, то есть на куда конкретно, на какой принтер он у вас уйдет, этот лист. Вот. Далее у нас... Работа с печатью. Что касается печати, опять-таки в контекстном меню есть возможность открытия печати. Помимо такого варианта применения печати, также перейдя в главное меню на накат, у вас есть печать, где указана печать и пакетная печать. Рассмотрение окна печати вам показывает соответствующее окно, где вы можете осуществлять, опять-таки, настройку принтера, настройку ориентации размера бумаги, настройку стиля и так далее. Попробуем посмотреть предварительный просмотр. И вот у нас предварительный просмотр нашего листика. То есть вы галочку здесь нажали, и у вас показывает, в каком виде у вас выйдет чертеж на печать. Вот, далее, помимо этого, у нас также имеется, как я говорила, и пакетная печать. Давайте посмотрим на пакетную печать более подробно. Здесь, как бы, смотреть нужно на то, что у вас все листы во всех открытых чертежах здесь указаны в пакетной печати. Это нужно иметь в виду. Причем не просто листы, у вас помимо листов еще и присутствует модель. То есть если у вас будет осуществляться сразу пакетная печать, вы должны данный список корректировать. При необходимости вы можете, допустим, указать у вас, то есть плоттер, назначенный в параметрах, то есть по плоттеру. Помимо этого, вы можете указать только те элементы, которые у вас, точнее, как бы оставить галочки только на тех элементах, где у вас, допустим, стоит встроенный принтер PDF или как бы любой другой. То есть тут вы можете просто
настроить список таким образом, чтобы у вас печаталось только на одном конкретном принтере конкретные листы. Вот у вас несколько листов, допустим, из 20 листов, у вас некоторые настроены на конкретный плоттер, на формат, допустим, А1. И вам нужны только эти конкретные листы. Соответственно, вы находите этот плоттер в этом конкретном списке, и у вас уходят только эти листы на печать. Все остальные вы вообще не затрагиваете. Далее, что еще? Список листов у вас может быть текущий и предыдущий. То есть, если вы ранее уже осуществили какую-то настройку списка, у вас этот предыдущий список вы можете указать. Кроме того, у вас здесь точно так же присутствует определенный функционал, который помогает вам настроить данный список. То есть, создать можно список только из текущего документа. То есть у меня, если на текущий момент открыт только план первого этажа оформления ДВД, то, соответственно, я могу нажать данную кнопочку, и у меня только его листы, включая модель, конечно же, отображаются в данном списке. Вы можете составить свой список новый, можете его сохранить как отдельно взятый список, соответственно, сохранить как, говорит, где конкретно вы будете его сохранять. Кроме того, можете добавить отдельно еще дополнительный лист и настроить очередь, то есть в зависимости от того, как, в какой последовательности у вас из данного списка должны идти на печать чертежи, вы можете его настроить. И, конечно же, можете удалить из списка, допустим, вот у нас модель, которая никак не настроена, можно его удалить, и он будет отсутствовать. Вот. Далее, чтобы пустить это все дело на печать, ниже у вас есть кнопочка «Пакетная печать», которую мы нажимаем. Программа какое-то время как бы обрабатывает информацию. Вот, пожалуйста, выявлено, что у меня одна из, ну, собственно, модель как раз-таки, не назначен принтер. О чем это говорит? Это говорит о том, что если принтер не назначен, данный лист у вас печататься не будет. Нажимаем ОК, сообщая о том, что вы осведомлены, вам все понятно. Так, мы перейдем, наверное, в какой-нибудь такой... Вот я перейду в папочку Air, чтобы, так сказать, не потерять. И сохраняем, допустим, там чертеж там один, не знаю. Чертеж один сохраняем раз. Вот. И опять-таки задумываться. И вот второй чертеж, он вышел с наименованием. То есть у меня, как видите, чертежи не были именованы, точнее листы не были именованы, он просто имел наименование А1, а другой чертеж имеет как бы наименование нашего файла. Отправляю на печать, и вот у меня автоматически открывается один из чертежей, который как раз-таки настраивался. Я могу его посмотреть. Как видите, вот там все настройки, которые необходимы, у меня здесь присутствуют. Если я перейду в папочку AR, у меня тут полный список самых разных. Вот у нас чертеж один, я его сейчас тоже точно так же открою. И, как видите, он у нас точно так же ушел на плоттер, где, соответственно, все настройки, которые у нас в штампе были введены. Как видите, вот наш видовой экран, который мы оставили непечатаемым, мы его точно так же как бы отправили, и он у нас не напечатался, то есть у нас корректно выглядит наш план. И таким образом, только мы осуществили печать, можем отправлять нашу документацию в работу. Собственно, это основные моменты, которые я хотела озвучить в данном вебинаре. Помимо того, что я рассказывала, есть на
нашей платформе KiloNewton дополнительные лекции, точно так же, как вот то, что вы сегодня услышали, так и многое другое, возможно, интересующее вас, как по программному продукту накат производства NanoSoft, так и по Sofistic, Autodesk и многим другим программным продуктам. И также мы осуществляем процесс продажи программного продукта NanoCAD, который вы можете приобрести в PSS GradeTech. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы по сегодняшнему вебинару, я с удовольствием посмотрю на них и отвечу. Итак, давайте посмотрим. У нас уже, походу, имеются какие-то дополнительные вопросы. Сейчас пробуем их озвучить и ответить на них. Итак, посмотрим. Что будет с пространством, что будет с масштабом при смене пространства? При смене пространства с масштабом ничего не будет, он останется в том же формате. Когда мы настраиваем масштаб, допустим, сейчас я перейду в наш листик. Когда мы настраиваем, как я уже сказала, масштаб, это очень хорошо, думаю, будет видно на, допустим, вот, да. Вот у нас есть размер, у него есть определенный масштаб 1:1, и если мы его переведем, допустим, в пространство модели, то он у нас перейдет именно с этим масштабом. Сейчас перейдем в модель, вот у нас. То есть, как бы здесь, смотрите, ситуация такая, что когда мы работаем с листом, у вас настройка идет, допустим, по масштабу конкретному. То есть, так, выделим объект, выделяем, пожалуйста. Так. То есть, у вас по масштабам все остается. Так, что еще? Есть ли автоматизация заполнения штампа? Ну, собственно, вот по автоматизации я вам сказала, это работа с полями и атрибутами. То есть, когда вы осуществляете работу с ними, у вас, соответственно, происходит автоматическое заполнение, и если есть необходимость произвести как бы какие-то изменения, вы переходите в поле, где осуществляется заполнение вашей информации, как вот с свойствами чертежа, то там происходит как раз изменения, которые уходят во все ваши штампы. Вот, точнее даже так, во все штампы, где присутствует поле с вот этим конкретным параметром. То есть у вас же, допустим, данный человек может быть не только в качестве, скажем, только там проверяющего, он может быть и в качестве контролера, в качестве там разработчика, то есть все что угодно, он может как бы присутствовать не один раз на вашем чертеже, на вашем листе. И, соответственно, везде, где указан данный человек, он будет у вас изменен. Так, шрифты нестандартные, нужно вшивать. Нестандартные шрифты, не совсем вас поняла, о чем речь. Если вы имеете в виду формат нестандартных шрифтов, то в целом это уже работа непосредственно, допустим, в тексте, когда вы работаете с стилями, у вас есть тут определенный список шрифтов, который вам доступен, и если у вас тут нет какого-то конкретного шрифта, да, его необходимо добавлять. Я думаю, если вы работали в AutoCAD, скорее всего, у вас та же ситуация была. Так, для каждого масштаба нужно создавать отдельный размерный стиль. Нет, не нужно создавать отдельный размерный стиль для каждого масштаба. Вы можете,
создать один, допустим, размерный стиль, и стиль на масштабы никак, в общем-то, не влияет. Единственный момент, если у вас некоторые размеры должны различаться по масштабу, в таком случае вы можете, допустим, на разных слоях его создать. То есть стиль у вас будет один на все размеры, а вот слои вы можете настроить, ну, допустим, там на разные. Сейчас объясню. Дело в том, что у меня вот здесь представлено два разных размера. Если я выделю, допустим, вот этот размер, то в свойствах, вы увидите, что у меня здесь слой оси размеры. Вот. И если я, допустим, хочу выделить размеры, я правой кнопкой мыши нажимаю «Выбрать похожие объекты», и у меня выделяются не все размеры, то есть только те, которые вот стоят по осям. Почему? Потому что при выделении другого размера вы можете увидеть точно так же, что здесь совершенно другой слой. Вот. И если я хочу применить, допустим, масштаб ко всем размерам, то мне необходимо по одному экземпляру от каждого, грубо говоря, вида этого размера выбрать, затем выбрать похожие объекты, вот, и тогда у вас выделяются, собственно, все размеры, которые находятся на чертеже, и вы можете применить к ним масштаб, который вас интересует. Там, вот я меняю сейчас на 1 минус 100, он подумает немножко, оценит, и вот видите, какие большие циферки теперь появились. Естественно, с цифрами меняется еще и масштаб рисок. Вот. Это, собственно, применение масштаба к элементам оформления. Так, что еще? Так, если узел вы вычерчиваете к 1 к 20, то, смотрите, размеры и выноски, в зависимости от того, где вы их выстраиваете. Если вы их выстраиваете в модели, то, соответственно, в листе вы видовой экран делаете 1 к 20, то и отображающиеся в видовом экране все элементы, включая, собственно, непосредственно размер выноски, они тоже будут 1 к 20. Либо вы отдельно их настраиваете, либо второй вариант, ну, то есть вы можете, допустим, создать узел и непосредственно для размеров выносок настроить внутри видового экрана, ну, грубо говоря, в самой модели, настроить для него именно тот масштаб, который вам необходим. Вот. А либо второй вариант еще есть. Вы размеры и выноски выстраиваете непосредственно на листе. То есть в модели вы выстраиваете узел, а непосредственно на самом листике будете выстраивать, ну, лучше, наверное, здесь, на этом листике, непосредственно на листе можете выстраивать размеры и выноски. Вот, таким вот образом, и так вы будете регулировать настройку масштабов отдельно для вот элементов оформления. Так. Так, это я понимаю, можно вычертить узел и в модели его же образмерить. Ну, вот если вы в модели, как я уже сказала, образмериваете, то, соответственно, тут вариант такой, что при настройке, вот, допустим, у меня здесь настроен видовой экран на 1 к 200. Вот. И размеры в нем точно так же в соответствии с нашим чертежом меняются. Вот. Ну, а так вы можете отдельно, допустим, активировать видовой экран, отдельно, как я уже сказала, выделить размеры, и вот в другом масштабе, вот список масштабов, у вас указан масштаб символов, и вы можете применить этот масштаб символов к масштабам размеров. То есть таким образом настроить размеры именно в таком масштабе, которым вам необходимо. Только имейте в виду, что у вас сразу же в модели тоже изменится. То есть, как бы вы, по сути, когда работаете внутри, активируете, то есть, получается, пространство модели, когда активируете видовой экран. Вот.
Далее. Так. Так. Просят Ольга Федотова просит включить микрофон. Так, ну давайте мы попробуем вас размутить. Да, здравствуйте. Ольга, вы меня слышите? Федорова. Здравствуйте. Да. Как раз вот эти вот все вопросы задавала я. Получается, смотрите, у нас в модели мы вычерчиваем, если у нас такие нету СПДС, да, этого модуля, то мы в модели вычерчиваем узелок 1.20 и потом его должны образмерить в листе, чтобы не создавать размерные стили. Смотрите, по сути, вы всегда создаете размерный стиль, так или иначе, потому что у вас же не просто так рисую, как бы вычерчивается ваш размер, он у вас конкретно настроенный вычерчивается с тем шрифтом и с теми весами, с тем весом линий, которые вам необходимы. Вы риски настраиваете и так далее. Просто вам достаточно один стиль, допустим, настроить и образмеривать с помощью этого стиля ваш узел, а уже отдельно, грубо говоря, настроить масштаб под него. Стиль – это стиль, а масштаб – это масштаб. Это... Ну, там мы же в стиле делаем еще взаимовязку о том, что это стиль масштаба такой-то будет. Ну, то есть я сразу же уже Я правильно понимаю, что вы для каждого масштаба отдельно стиль настраиваете? Ну, так получается. Если, допустим, я черчу узел 1.20, и для того, чтобы его образмерить в модели в соответствии с нормативной документацией на оформление документации, я должна создать размерный стиль в соответствии с масштабом. Ну, то есть, если это 1.20, то масштаб выносок и всего прочего должен быть в таком же масштабе 1.20. Смотрите, давайте таким образом. Вот кого, допустим, имеется как бы видовой экран, ну, потенциально узловой. Вот. Он образмеривается с помощью как бы размеров в определенного стиля. Вот у меня имеются список стилей, которые я могу применять. Они есть по масштабам, есть один конкретный стиль, который я использую. Вот, соответственно, вот у меня один стиль настроен, он меня устраивает, тут как бы никаких дополнительных изменений я не привношу. Один раз настроила текст, один раз настроила стрелки и замечательно, то есть все хорошо, все замечательно. Вот у меня есть, допустим, вилок, там 1.50, попробуем 1.20, ну 1.20 большой, конечно, большовато получается. Вот, мы его сейчас, получается, будем, удалила его туда, ничего страшного, вот мы его выстроили, размеры я сейчас уберу, что делаем, применяем размеры, у нас здесь по умолчанию масштаб один к одному стоит, это именно применение для элементов один к одному. То есть, если у меня размер стоит, что, сейчас вам скажу, у него сам узел, обратите внимание, сам узел у меня 1.20, то есть все как положено. Далее. Здесь у меня настроен текст 2.6. То есть высота текста 2.6 должна быть, правильно? Хорошо. Выстраиваем размер. Выстраиваем размеры. Вот он мне выстроил размерчик. Не знаю. Так, сейчас немножко скорректирую его. Вот. Чуть ниже, допустим, его поставим. Что-нибудь вот сюда. Вот. И там второй какой-нибудь размер сейчас еще выстроим. Там раз,
Два. Привязка размера у вас идет к вашим элементам. То есть у вас, если стена 380, он у вас будет 380. При этом у вас масштаб непосредственно самого видового экрана, то есть ваш узел, он 1 к 20. Что касается ваших размеров, они идут 1 к 1. То есть у вас образмирование нормальное идет именно по числовому значению. Что касается высоты, это все понятно, да, с моделью. В пространстве листа все понятно. Если я этот узел черчу в модели и образмериваю и выноски выношу в моделях, то каким образом там нужно делать размеры? Смотрите, тут тогда другой вариант. Какой именно? Вот у вас, допустим, имеется видовой экран с моделькой. И именно в модели все это выстроено. Активирую модель, беру какой-нибудь размер, он у вас по умолчанию, допустим, стоит сейчас 1 к 100. Вот. Если мы хотим его изменить, то, соответственно, мы переходим сюда и выставляем там так, 1 к 10, да, или, допустим, 1 к 20 у вас должен быть, лучше 1 к 50, так хотя бы видно. А вот эта вот панелька, она тоже стандартная у Nanocad, да? Прошу прощения? Вот эта панелька с масштабами, она стандартная на Nanocad или с PDS-овская? Нет, она не с PDS-овская, она стандартная у Nanocad. Если вы устанавливаете Nanocad, у вас по умолчанию, так это уберем некрасивость, у вас по умолчанию есть список масштабов. Просто если вы в AutoCAD работали, помните, там активность была. С этой активностью порой не всегда было понятно, что к чему. У Nanocad есть два формата масштабирования. Масштаб символов и масштаб измерений. Масштаб измерений применяется только для... все понятно, все, спасибо. Мне понятно. Да, а масштаб символов, соответственно, это вот ваши, высота вашего текста, там размер рисок и так далее. То есть вот все вот это вот, оно измеряется, точнее, оно меняется вот по такому принципу. Uh-huh. То есть когда вы здесь ставите масштаб, вы ставите масштаб для конкретного элемента. У вас даже при выделении, допустим, того или иного размера в свойствах, вот есть масштаб, что данный масштаб у нас 1 к 100. Uh-huh. То есть он у вас выстроен был в 1 к 100, и, соответственно, 1 к 100. Если я его поменяю на 1 к 50, то, соответственно, и в свойствах он у меня поменяется на 1 к 50. Вот. Uh-huh. Спасибо. Так что по такому принципу, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, ответили на мой вопрос, и спасибо. И еще я вопрос, вот у вас автоматизация сделана со штампами. Да. А если нам, допустим, в этом же файле нужно сделать еще SO-шку и VR-ку, то как вот тут быть, нужно дополнительный динамический блок создавать или как? Извините, пожалуйста, я не совсем поняла. Ну, смотрите, у нас спецификации элемента, спецификации оборудования и материалов, да, бывают еще прилагаемые чертежи. И прилагаемые mm-hmm. чертежи бывают ведомости объемов работ. Вот здесь я вижу, что штампы автоматизированы только для основных чертежей. Mm-hmm. А если шаблон штампа, допустим, вот этот же штамп, который у вас есть, да, чтобы сразу можно было заменить на SO. Ну, то есть добавить kr.so. То есть, грубо говоря, поменять вид. Ну, да. Смотрите, в данном случае, ну, вообще, в принципе, в Nanocad тоже есть динамические блоки. И тут можно работать с динамикой на отображение. То есть вы, допустим, работаете. Вот у меня на текущий момент это просто статический блок. Видите, тут как бы только... Да, я вижу, что у вас статический блок, да. Да. Когда мы работаем с динамическим блоком, у нас есть возможность отображения того или иного вида. Да. Конечно же, можно его настроить таким образом, чтобы, допустим, у вас здесь был динамическая ручка, которая открывала бы список, и вы выбирали именно тот штамп, который вам необходим.
именно в том виде. И там уже можно завести те поля, которые тоже вам необходимы. Единственное, такой динамический блок просто нужно под себя создать. В инструментах я не уверена, что такое есть, потому что здесь они представлены исключительно как формат, ну, допустим, я не знаю, какой-нибудь из форматов. Так. Давайте сейчас посмотрим. Есть КД, есть. Так, отмена. Так, допустим, какой-нибудь из КД попробуем вставить. Вот. У нас очень большой, но не важно. Так, ну да. К сожалению, они здесь все представлены как... Я же помню, что, по-моему, динамики там особо нету. Да. Да, к сожалению, все как статические блоки. Ну вот, как я сказала, динамику можно создать, то есть именно как отображение. Вы когда создаете блок, он себе сейчас открою, допустим, в редакторе его. Да? Редактировать блок и так далее. Выбираем наш редактор. Далее, что происходит? У нас есть состояние видимости настроить. Что это значит? Это когда вы выстраиваете какое-то дополнительное... я хочу преобразовать динамический блок там и так далее. Вы можете настроить состояние видимости таким образом, чтобы у вас здесь, допустим, была возможность отображать не только такой штамп, но и еще кучу всяких разных. Вот. Но это именно настройкой нужно заняться, один раз там посидеть. Для автокада у меня готовые динамические блоки, сейчас просто вопрос. Замечательно. Просто выгружаете динамический блок и засовываете его на накат. Поверьте. Тут в этом плане я могу вам точно сказать, что когда вы динамический блок вытаскиваете, допустим, из нанокада, просто даже Ctrl-C, Ctrl-V по такому принципу, или лучший вариант открыть чертеж, где у вас находится ваша, допустим, база динамических блоков, в самом нанокаде. Вы там сразу проверите работоспособность тех блоков, которые вам необходимы, и сможете их сразу же заполнить в нанокаде именно ту базу, которая вам необходима. Вот. И в этом плане могу вам точно сказать, что вся динамика, которая находится в нанокаде, в автокаде, она остается и в нанокаде. То есть тут динамические блоки у вас работают точно так же, как вы их настроили. Но есть момент, если вы их в редакторе блоков, допустим, как-то изменили и сохранили, то у вас динамика слетит. Потом, открывая его в автокаде, вы можете его снова пересохранить, и там вся динамика останется. Но вот этот вот момент нужно понимать, что когда вы сохраняете в нанокаде, у него, как видите, из функционала создания динамики для блока есть только состояние видимости. У него нет растягивания, у него нет поворота, изменения градуса вот этого, допустим, отображения. То есть вот вы работаете только состоянием видимости, и все. Остальных функций, то есть, у него нет, да? Да, вы их настроить, именно настроить с нуля в самом нанокаде вы не можете. И динамика здесь меняется именно по принципу состояния видимости. То есть у вас список открывается, то есть, допустим, у вас, когда окно создается, когда вы создаете окно, создаете окно в автокаде, вы там делаете растягивание. Вот. А в нанокаде так не получится. У вас в нанокаде создается состояние видимости, как список, что у вас окно, допустим, 1000 на 800, 1200 на 800, 1500 на 800, и вот так вот создаете список видимостей, которые вам должны, которые вами применяются в работе. Спасибо. В принципе, потом планируется развитие динамических блоков на нанокаде? Насколько я знаю, да, сейчас над этим работает вроде как Nanosoft. И, грубо говоря, это вот на очереди.
Прямо сейчас, к сожалению, пока что как бы молчание по этому вопросу, но в дальнейшем, я так понимаю, ожидается вариант чуть больше развить вот функционал. А если, допустим, ну, в скором времени выйдет, а лицензия будет закуплена, то обновление этой функции будет платно и бесплатно? Все, что у вас входит в подписку, ну, грубо говоря, вот таким вот образом именно подписка, то есть вы когда покупаете, вы покупаете на год. В рамках этого года вам обновление точно так же предоставляется. То есть вы обновляете его вот в рамках своего срока действия. Понятно. Вот. Так, ну... Если больше как бы вопросов нет, все хорошо. Надеюсь, Ольга, я ответила на ваши вопросы, это вам поможет в работе. Что ж, больше вопросов нет. В таком случае я, наверное, с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Желаю всем хорошего дня, всего вам самого доброго. Успехов в работе. До свидания.